Вітаємо вас, шановні друзі. В ефірі програма «Це вас хвилює». Традиційно у цій порі я, Нелі Толмач, запрошую вас поговорити і зупинитися на психологічних аспектах розвитку особистості. Ще буквально кілька тижнів, і вся гомінка дітлашня всядеться за парти. Для деяких з діток цей день стане особливо урочистим, тому що в їх житті це відбудеться вперше. Про підготовку дитини до школи сьогодні і ми поговоримо в рамках програми «Це вас хвилює», а допоможе нам розібратися у всіх складних аспектах процесу психолог Ольга Алексєєнко. Ольго, ми вас вітаємо і дякую, що ви сьогодні з нами. На самом деле, очень важный вопрос подготовки ребенка к школе, потому что это очередная ступень развития личности, правда? И насколько готов не просто ребенок, а насколько готовы и его родители, насколько готов учитель для этого ребенка, правда? В принципе, зависит успех вот этого всего процесса. Вы как психолог, как человек, который стоит в основе и теории, и практики, как считаете, когда же все-таки лучше готовить ребенка к школе, и кто должен инициировать этот процесс? Сфера образования все-таки или родители? Лучше начинать готовить ребенка к школе постепенно. Вот если ребенок ходит в садик, его там постепенно готовят в школе. То есть, начиная с 2-3-летнего возраста, в процессе игры ребенка знакомит с окружающим миром. С математикой, с речью, с логикой, с мышлением. Если ребенок еще не ходит в садик, то есть он или домашний, или по каким-то причинам не может посещать садик, то этим должны заниматься его родители. И тоже лучше начинать постепенно, то есть с маленького возраста. Почему? Потому что если мы начнем, вот наши детки идут 6 лет в школу сейчас, некоторые идут 7 лет. Но так как по ситуации в стране, если мы смотрим, то я читала такую информацию, что со следующего года хотят вести 12-летнее обучение. Образование. Так что, если вы представьте, если ребенок 7 лет пойдет в школу, то он уже ее закончит 19, например. И ЗАГС. И ЗАГС, да. Поэтому бывает, что родители, детки гуляют, в школу идти надо за полгода или за год. Отдают куда-то в развивающие садики, там, школы, группы. Экспресс или, такой. Да, экспресс. Экспресс – это такая подготовка. Да, но дело в том, что тогда ребенок может испытывать стресс. На него сильно большие ложатся нагрузки. И нервничают родители нервничают, и сам ребенок переживает. И поэтому почему нужно готовить детей постепенно. Да. Какова роль родителя в этом случае? Почему? Потому как сегодня, знаете, мы живем в такое очень бурное время, и наши дети иногда, знаете, как опережают немножечко ситуацию. То, что мы проходили в наше время, скажем, да, вот как мы входили в процесс обучения, и то, как происходит это в жизни наших детей. Вот как не упустить момент и никак как не перегнуть палку, собственно говоря, и не перегрузить ребенка? Родители здесь играют очень важную роль, потому что они находятся постоянно с ребенком, да? И они должны следить за тем, что происходит с их ребенком. И если они замечают какие-то изменения, будь то в физиологическом плане или в психологическом плане, ребенок не хочет что-то делать, не хочет в садик идти, они должны как бы насторожиться. Или какие-то происходят вот физиологические изменения, да, будь то тики или повышение температуры, или кашель, что-то происходит с ребенком, что-то ребенок, его организм показывает протест по отношению к чему-то. Это стоит как бы... Вот эти все симптомы фиксировать. Стоит, да, фиксировать, да. И вот для чего нужно вот тестирование перед школой. Это очень важно, и, дорогие мамочки, папочки, если у вас сейчас есть время, и в жизни вашей вот настает вот этот момент, когда ваше чадо наконец-то подходит к школьному периоду, к счастью, или, будем считать, что к счастью, вот сегодня, благодаря Ольге Алексеенко, вы сможете поучаствовать заочно в тестах и проверить, собственно говоря, подготовленность вашего ребенка к обучающему процессу. Так, Ольга, я так понимаю, что много тестов, посмотрите, да. Сколько всего у нас на столе. И мы будем вот так вот последовательно идти. Да, мы чтобы... за вами. Да, пожалуйста. Значит, первый тест – это то, что уровень психосоциальной зрелости ребенка. Что
он делает? Он определяет уровень психосоциальной зрелости ребенка. То есть ребенок, придя в первый класс, так как нам нужно подстраиваться в наших реалиях под школу, а не школа, как подстраиваться должна под ребенка. Ну, такие вот реалии, и класс большой, и школ мало, да, и поэтому ребенок должен знать ответы вот на такие вопросы. Назвать свое фамилию, свои фамилии, имя и отчество. К 6 годам ребенок должен уже знать, это знать. Так, назвать фамилия, имя, отчество мамы и папы. Так. Очень часто дети говорят: мама Валя, мама Оля, мама папа Коля, да, там, и должен знать, как за фамилия, имя и отчество мамы и папы. Дальше. Когда ребенка спрашивают: ты девочка или мальчик? Он должен ответить: и кем ты будешь, когда ты вырастешь? То есть, видите, как и состав семьи, собственно говоря, ролевые предназначения, да, в составе семьи, он должен понимать мироощущение, вот это мужчина-женщина и принадлежность свою. Это очень, действительно, вот такие социологические завязки, собственно говоря, идут. Дальше. У тебя есть сестричка или брат? И кто старше? Вот, сравнение. Сравнение. Уже, понимаете, такими простыми вопросами, когда родители обучают своего ребенка, вот с 4-5 лет, когда там, или с 3 лет, когда ребенок начинает разговаривать, то есть и ознакомливание с окружающим миром, он постепенно приобретает какие-то логические операции. Сравнение, вычитание, сложение. Дальше мы посмотрим. Сколько тебе лет? Сколько будет через год? И сколько будет через 2 годика? Анализ. Да, анализ, да. Например, дальше. Сейчас вечер или утро? Там, или день, или утро. Ориентироваться, день, да, да, во времени, в пространстве. Когда ты завтракаешь? Утром или вечером? Когда ты обедаешь? Днем или вечером? Вот, вот такие вопросы должен ребенок знать. Где ты живешь? Он должен знать свой домашний адрес. То есть здесь нужно не забывать, что если ребенок где-то что-то потеряется, забыл, он знает, куда как бы обратиться к взрослому, да, там, и назвать свой адрес может. Это тоже очень немаловажно, чтобы ребенок умел ориентироваться. Кем работают твои мама и папа? Обязательно должен знать. Ты любишь рисовать, да, там? Какого цвета? Это, например, ручка, показываем там ручку или фломастер. Какого цвета кофточка, да? Вот на таких простых примерах ребенок должен ориентироваться в цветах. Ольга, ну это мы берем по максимуму, правда? Ведь этот уровень рассчитан на ребенка, который действительно этот мир воспринимает в целом, который чувствует себя в мире, и мир как бы может проанализировать, да, и он не теряется. А я могу себе представить, когда этот ребеночек приходит к чужой тете, и она задает такие сложные для него вопросы. Вот как в этот момент родителям подготовить ребенка, чтобы он не потерялся? Потому что многие детки знают то, о чем вы говорите, но вот этот стрессовый момент, что чужая ситуация, тетя такая строгая сидит, такие много вопросов задают, и совсем мамы нету рядом, и бабушки, и что? Это главное, что мамы и бабушки нету рядом. Потому что прежде чем, когда ребенок заходит в кабинет психолога в школе или в садике, психолог знает, как с ним обращаться. Все ясно, мы отдаем в руки профессионала. Да, профессионала. Для, у нас есть оборудованные кабинеты, особенно в садиках и в школах тоже. Мы с ребенком начинаем рисовать. То есть родителям не бояться? Не бояться, абсолютно не бояться, спокойно к этому относиться. Мы понимаем, дело в том, что для чего нужны вот эти все тесты, чтобы узнать и выявить, где-то норма, где-то отклонение от нормы, на что стоит обратить внимание. Это не будет приговором, что ребенок этого не знает. Он может действительно этого не знать пока, он знает что-то другое. Он гуманитарий или он технарь, да? Понятно, да. Какие моменты вот чаще всего затруднительными являются для детей вот в практике своей? На чем вы останавливаете чаще всего, акцентируете? Например, смотрите, когда я прошу ребенка посчитать от 1 до 10, прекрасно считает, от 1 до 20. Все хорошо. Все хорошо, да. Когда я ребенка прошу посчитать от 2 до 9. Так, все, уже раз и сузился, да, да, момент. Когда я ребенка прошу посчитать от 10 до 5. Так. Обратный назад. Счет, да. Например, такие вопросы. Вот сколько лап у собаки, сколько ног у петуха? Вот так.
У кого больше? Логические моменты. Здесь ступор, да? Да, и здесь ступор. Что больше называем цифры? 8 mm-hmm. или 5, mm-hmm. вот так вот. Когда надо проанализировать что-то, когда надо включать логическое мышление, ребенок, какова реакция сразу? Затормаживается немножко, собирается или сразу говорит, не знаю, не могу, не хочу, или это все-таки индивидуально? Индивидуально, потому что подумай, угу. не спеши. Ты все знаешь. Да, ты все знаешь, ты все умеешь, давай посмотрим, как, что. Для этого и существуют специальные развивающие игры и упражнения, которые вот родителям нужно делать с детьми. Понятно. Итак, первый тест, я думаю, что для родителей понятен. В принципе, я думаю, что если идет, знаете, вот такой акцент на развитие ребенка, многие родители понимают, что именно такой вот спектр знаний надо дать ребенку и к 6 годам, чтобы он уже ориентировался в пространстве и в социуме в том числе. Однако там еще очень много других моментов. Хорошо, давайте быстренько по тестам, а потом я хочу практически показать, какие упражнения можно делать с детьми. Значит так, сравнение по форме. А вот такие штуки можно где-то в интернете найти? Да, в интернете, можно, в книжечках очень много. У нас много развивающей литературы. Угу. То есть у нас внизу даны формы предметов, и мы должны рисунок подобрать к этой форме. Можно их вырезать, несколько распечатать. Ребенок может наложить на каждый рисунок, который можно соответствует. Можно цветом закрасить. Да. Можно цветом закрасить. Варианты работы с этим очень много вариантов работы. Понятно. Дальше. Да. Следующее – это запомнить 10 слов. То есть мы проверяем ребенка память, кратковременную слуховую память. Если ребенок запоминает 6-7 слов, это хороший результат. Вот так, 6-7 слов. Какие это могут быть слова? Слова должны быть не связаны с собой по смыслу. Например, тигр, глаз, дом, дерево, ну вот и так далее. Угу. Дальше. Понятие. Тест. То есть ребенок должен ориентироваться в понятиях. Это форма, величина, большой, маленький, форма потом, квадрат, там, треугольник, прямоугольник, пространственные отношения, вверх, вниз, справа, влево. Дальше, переплетенные линии. Вот такой это вот тест. Интересно. Это связать, да, буковку с цифрой? Да. Мы связываем буковку с циферкой. В идеале ребенок должен глазками провести... Ой, боже мой, здесь взрослый послутается, что же за ребенка 6 лет, а? Ну, хорошо, мы возьмем карандаш. За карандашиком. А может, даже и фломастер. Можно поярче, и фломастером, да? И карандашиком проводить, и называть буковку А, и скажи, какой циферке приведет эта дорожечка. Соединить. Ну, в принципе, это можно родителям и самим нарисовать, да. А ребенок, чтобы уже разобрался в чертеже вашем собственном, чтобы это были такие, может быть, какие-то интересные сказочные заготовочки, чтобы заинтересовать в игровой форме. Следующий тест – это узнавание фигур. Сначала для ребенка показывается вот такая форма, стандартная, да? Он должен запомнить в течение определенного времени эти фигурки. И потом эта страничка убирается. И ищи дальше. Да, и нужно найти вот эти фигурки. Среди в другом же размере, да? Да, в другом размере, среди остальных, где больше фигурок. Ой, Ольга, я помню свою дочь в этом возрасте, но это мы уже проходили в школьной программе. Вот я помню по математике, вот первый курс, первый класс, да, ну, курс математики, первые уроки, вот им давали такие логические штуки на развитие. А здесь вы видите, что... А уже дети взрослеют наши, вот они время, развиваются, да. Да, все быстрее и быстрее. Дальше. Следующий тест, это вообще он информационный, это рисование человека. Угу. То есть мы должны попросить ребенка нарисовать простым карандашом человека. Ой, это они с удовольствием. Да, но в идеале давайте покажем картинку. Здесь вот под номером 5 это, да? Идеальный, то есть человечек, который должен быть. Должны быть присутствовать ручки, ножки, глазки, ушки, одежда. И все на своих местах. Так, да.
То есть, а дальше идет уже по критериям, мы, конечно, останавливаться не будем, поэтому что ребенок умеет, что не умеет. А вот если психологически разобрать, что здесь можно еще считать, кроме того, что там знает он состав, скажем, как выглядит человек, здесь еще психологические какие-то моменты вот внутреннего состояния? Да, можно. Как агрессивен, не агрессивен, где нарисован, вверху или внизу, большой или маленький рисунок, то есть высокая самооценка, заниженная самооценка или самооценка в норме, то справа или слева, что ребенка больше тянет, или прошлое или будущее, тоже мы можем вот это, об этом узнать. То есть, дорогие родители, если вот сейчас вас заинтересовали эти тесты, прямо сейчас дайте листочек и карандашик своему чаду и посмотрите, как, кого он изобразит. Если все будет классно, вам повезло, и вы все в правильном направлении двигаетесь. Если что-то не так, обращайте внимание. Следующий тест – это разрезанные фигурки. Это образец. Мы ребенку предлагаем, вот вверху нарисован кружочек, да? И, пожалуйста, назови номера деталей, из каких состоит кружочек. Понятно. Дети очень сильно теряются. Но это сложно. Это да. сложно. Это внимательно. То есть внимательность, пространственное восприятие, мышление. Ребенок не сможет выучить математику, если он не будет ориентироваться в пространстве. То есть, если он представить себе не сможет понять задачу. Как подготовить вот к такому, например? Мы расскажем. Так. Сейчас еще осталось несколько тестов, и потом мы об этом поговорим. Дальше. Еще очень сложное для детей задание – это найти домик. А что в нем сложного? Смотрите, у нас дана вверху схема, нарисованы домики, так, да, с номерами. Да, видим. И внизу путь прохождение к определенному домику. Понятно. И ребенок должен выстроить вот эту модель, найти и назвать домик. Логическое мышление. Представляете, сколько внимания должно быть, усидчивости, желания вот это вот все сделать. И здесь, конечно же, заинтересованность. Это надо сработать так взрослому, чтобы действительно сказать ребенку, что для тебя это важно, дойти вот до того, да? Да, но эти задания все даются от простого к сложному. Обязательно нужно об этом помнить. А теперь я бы хотела представить упражнение, которые способствуют развитию познавательной деятельности наших детей. Ольга, если, например, сегодня, вот до 1 сентября осталось, грубо говоря, 3 недели, да? Если сегодня сактивизировать вот внимание своего ребенка и начать вот заниматься, можно все-таки наверстать упущенное и успешно вот подойти к 1 сентября? Или уже поздно? Но если так, понимаете, вот протестировать ребенка можно, то есть выявить, и где его слабые места, где он сильнее, где он слабее. Подкачать эти места, да? И можно начинать их уже, как бы, правильно вы сказали, подкачивать. А уже в процессе первого класса, так как первый класс у нас еще оценочки не ставят, и родители сидят, занимаются с детьми, эти моменты можно наверстать. Конечно, это как акценты, на которые надо обращать особое внимание. Итак, давайте начнем с игр, да? Давайте. Игра «Слушай хлопки». Так. Что она подразумевает? Это развитие активного внимания. Например, один хлопок, ребенок должен встать в позу аиста, то есть ножку одну поднять и простоять на одной ноге. Дальше, два хлопка, это мы объясняем ему, ребенок должен присесть в позу лягушечки, то есть жабки, да? Три хлопка, просто свободно двигаться по комнате. Вот такая вот игра. Интересно. А лучше в индивидуальном порядке это проводить или все-таки групповое такое занятие? Если есть возможность, групповое. Они сами же смотрят друг на друга. Это интереснее вещи. И в произвольном порядке давать эти хлопки, например, два хлопка, это у нас позу лягушечки сесть, да, там три хлопка, просто детки двигаются по кругу или в произвольном порядке. Таким образом мы активизируем внимание, да? Да. Дальше, серия игр, представь звук, представь вкус, представь цвет. Например, представь звук. Мы знаем, и объясняем ребенку, что вот мы знаем, как звучат машины, как звучит телефон, как еще что-то звучит, как звучит музыка. То есть ассоциативный ряд выстраивается, да? А теперь представь, как звучит мягкое пушистое облако. Ух ты, ничего себе. И что они вам говорят? По-разному. И попросим, опиши
или нарисуй звучание облака. То есть, что мы добиваемся? Мы развиваем творческое воображение ребенка. Да. Нам очень главное развить не просто логику, научить ребенка считать и писать, да, и чтобы он запомнил, но и чтобы развить наше правое полушарие. Ничего себе, ну конечно, да, как выглядит облако, знаем, а как оно зазвучит. Да, теперь игра «Повтори за мной». То есть мы берем карандашик или ручку и выстукиваем определенный ритм. И ребенок должен повторить, то есть мы тренируем его память и восприятие ритма ребенка. Дальше, художник. Вот для этого нам понадобятся куклы, игрушки, да? Мы берем показываем. Куколки. Берем куколки, любые. Куколки у меня вот такие интересные. Куколки связанные есть. Они да. мягкие. Они мягкие, приятные на ощупь. Да, их можно помять, не поломать, ничего. Да? И ребенку показываем. Посмотри внимательно на эту куколку. Так. Потом убираем эту куколку, прячем ее. Что запомнил, то рисуй. Да. Да? Нарисуй или опиши. Вот так. Развиваем память ребенка. Дальше. Еще можно как развивать память. Для этого заготовить просто картинки журналов, с разных там книжечек. И начинаем. Что нарисовано? С одной картинки, да? Так. Прячем. Что спряталось? Кто спрятался, да? Ребенок должен назвать. Одна картинка. Две картинки, да? Ребенок должен потом назвать. Три картинки идет. Четыре картинки. Не сложно абсолютно. Родителям дома это сделать абсолютно это можно не обязательно наклеивать. Просто взять картинки разные. Просто взять игрушки разные. Не обязательно. Пять картинок. Шесть, семь, ну и до десяти. Хватит. Ребенку хватит запомнить. Запомнить и проанализировать, собственно говоря, взрослому, взрослому то, что происходило. Дальше. Запрещенная цифра. Например, вот когда ребенок уже умеет там, посчитать до десяти там, или до двадцати, загадываем цифру. 4, да? И когда ты будешь считать, то есть вместо с цифры 4 хлопаешь в ладоши. Классно. Вот попробуйте. Посчитать от 1 до 10. Я должна вслух читать. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и так далее. Да. Видите, как классно, даже внимание, даже взрослому надо остановиться. Сосредоточиться, да, как бы сконцентрироваться. И, вот и нас... не провтыкать эти четыре, да? Да. Оль, вы знаете, у нас очень мало времени остается, и я бы хотела последний вопрос задать все-таки, в чем ошибка взрослых? Потому что наши дети – это отражение, собственно говоря, нашей работы и наших недочетов. И вот сейчас, может быть, самое главное слова конкретно родителям, на что обращать внимание, вот где вот эти пустые, знаете, такие вот моменты, которые не обращаются внимания, а они очень важны. Тут главное взрослым, понимаете, не воплощать свои мечты в своих детях, вот а дать детям развиваться с личностью, самостоятельной, сообразительной, умной и свободной личностью. То есть, если что-то мы не воплотили в детстве, пожалуйста, мы воплощаем сами. Это. А ребенку дать попробовать возможность испытать, сделать какие-то свои ошибки в жизни, да, потому что если, когда он не испытает стресс и не пройдет какие-то определенные кризисы жизни своей, то есть он не подымется на более высокую свою психологическую ступень развития. Форма поощрения и наказания, какова она должна быть вот в такой вот кризисный момент, в период очень ответственный, потому что переломный этап жизни ребенка. Наказание в первую очередь, ну, конечно, постараться не бить детей. Кнутом и пряником? Нет, нет. Здесь только разговорами, только вот личным примером. То есть право и право выбора. Садись рядом и будем делать вместе. Ребенок не понимает, что 3 плюс 2 – это 5. И чего это должно быть 5, да? Да, он не может понять. Это мы знаем, что это 5, а он еще не знает. И поэтому нужно понять, встать как бы на место этого ребенка, вспомнить себя, какие мы были. И эти ошибки, которые мы делали с нами, не допустить
в своих детях. Форма нагрузки и форма расслабления. Сколько давать ребенку времени для того, чтобы он адаптировался после школы, вот после этих уроков, после, знаете, сумасшедшей нагрузки и ментальной, и физической в какой-то степени? Ну, тут зависит все от школы и, конечно, от детей. Некоторые дети способны там отдохнуть и за полчаса, и за час. Но вот где-то примерно нужно обязательно ребенок после школы должен пройтись по свежему воздуху, покушать и отдохнуть, особенно младшая школа. Отдохнуть, поспать или здесь? Можно и поспать. Можно и поспать. Компьютеры, всяческая вот эта оргтехника. Вот какое ваше отношение именно в такой период? Потому что наши дети привязаны уже, да и взрослые привязаны. Время у нас такое. Ну, когда вот именно ребенок идет в школу, то получается, что лучше компьютер в этот момент убрать, потому что ребенок все-таки должен научиться считать и писать сам, без помощи компьютера. И поменьше, чтобы он сидел за играми онлайн разными, там, за какими-то телевизором, за просмотром телесериалов. Там. Да, вечером можно дать посмотреть там мультфильмы, там, 15-20 минут. Вот так. Да. Спасибо вам большое. Сегодня очень много полезной информации прозвучало. Я очень хочу, чтобы она была полезной для наших зрителей. И какому-то першачку, насправді, пощастило у цьому житті, цього 1 вересня 2015 року. Дуже дякую і до наступної зустрічі. Спасибо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Всього вам найкращого і до зустрічі в ефірі.